나 닥터나 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый вечер. У вас уже кто-то пишет. Меня слышно? Если все нормально, поставьте, пожалуйста, плюсы в комментариях. Так, добрый день и вечер еще раз, у кого вечер. Меня зовут Ада Карпова, я являюсь директором по продажам и маркетингу отеля «Совой Вестон». Рядом со мной, справа от меня, но вы не видите, находится доктор Владислав Шпишак, наш медицинский директор и главный врач. Он возьмет слово после меня. Формат презентации нашей будет сегодня таков, что я вам расскажу коротко о нашем отеле, о номерном фонде, об услугах, которые мы предоставляем, а после чего возьмет слово доктор Шпишек и расскажет вам более подробно о лечении, тем более, что у нас в связи с ситуацией произошли некоторые изменения, мы предлагаем теперь новые пакеты, такие как, например, лечение, реабилитация после COVID-19 или пакет для повышения иммунитета, или же пакет «Здоровые легкие». Это такие основные наши сегодняшние новинки, о которых вам более подробно расскажет доктор Шпишек. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь по ходу разговора, по ходу моей презентации. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите, мы будем отвечать вам в комментариях. Все контакты у вас будут после, согласно нашей презентации. Вы можете нам в любое время писать или звонить. А сейчас, если вы готовы, если позволите, мы начнем. Для начала я хотела бы вам пустить наше видео, чтобы вы своими глазами представили наш отель, наш замечательный Совой Вестэнд, и увидели, в общем-то, как это все находится не только на картинке, но и на видео. Я переключаю наше видео. Коллеги, вы сейчас своими глазами смогли посмотреть наш замечательный отель. Отель, который совсем недавно выиграл две премии Czech Hotel Awards как лучший региональный отель и как лучший отель во всей Чешской Республике в категории 5 звезд. Поэтому вот сегодня мы были оценены вот таким образом, на таком уровне. Так, наш отель – настоящая жемчужина Карловых Вар. Отличается многими моментами, прежде всего своим уникальным концептом 5 исторических зданий, соединенных между собой коридорами и лифтами для того, чтобы гости могли передвигаться между зданиями
и проходить медицинский центр. В гостинице всего 10 категорий номеров, 114 номеров различной категории, 5 вилл, как я уже сказала, и самое главное, у нас есть медицинский центр, который аккредитован Министерством здравоохранения Чехии. Единственный отель в Карлових Варах, который аккредитован Министерством здравоохранения Чехии, это Савойнстен. Кроме того, что у нас есть медицинский центр 3000 квадратных метров, у нас есть и косметологический лазерный центр, восточный центр тайского массажа, крытый 25-метровый бассейн, самый большой крытый бассейн среди отелей 5 звезд в Карлових Варах, сауна, парная, джакузи, совершенно новая соляная пещера, дорожки, кнайпы, фитнес-центр замечательный, летний сад для отдыха, летняя терраса, пальмовая аллея. У нас концепт резорта, то есть у нас не просто отель, который находится где-то там на улице, у нас своя территория огороженная, поэтому у нас здесь и детишки катаются, гуляют на велосипедах, и люди могут спокойно выйти, не просто сидеть в своем номере, потому что к нам, конечно, приезжают люди лечиться, а это значит, что приезжают они на достаточно длительный период времени, и, конечно, они не просто должны сидеть в своем номере, пусть и хорошем, большом с балконом, они могут выйти, они могут прогуляться, они могут пойти позагорать, они могут посидеть в розовых садах. В общем, в целом они могут прекрасно провести время. Я уже сказала, что отель расположен вот таким необычным образом. 5 исторических зданий, соединенных между собой. Мы находимся и в центре в одно и то же время, и в то же время в уединенном месте, окруженном шикарным буковым лесом. Вы видите, пожалуйста, всю эту красоту. Из нашего отеля открывается удивительный вид на русскую православную церковь Петра и Павла. Вот это место расположения, оно действительно уникально, потому что у нас полная тишина и покой, у нас замечательный воздух, у нас не ездит общественный транспорт и ограничено движение автомобилей, потому что мы находимся в курортной зоне. Вот это все делает наш отель поистине уникальным. Как нам добраться, вы, наверное, все в курсе. В Карлових Варах есть свой собственный аэропорт. Сейчас в связи с ситуацией он временно не работает, хотя принимаются частные борты. Что касается регулярных рейсов из Праги, то они сейчас тоже есть. В обычном режиме, когда нет никаких ограничений, то достаточно много к нам летает самолетов по нескольку раз в день из различных городов России. Поэтому сообщение у нас хорошее, доступное. Из аэропорта Праги к нам ехать при хорошем трафике примерно 1:20. Так что это совсем не расстояние для того, чтобы приехать. Из аэропорта Карлових Вар это всего 15 минут прямо непосредственно к нашему отелю. Я уже упомянула, что у нас концепт 5 исторических зданий. Все эти здания они уникальные, отличаются между собой они по своему немножечко дизайну, но все виллы у нас 5-звездочные, все они соединены между собой. И частый вопрос есть, там, если одна вилла, если мы предоставляем какие-то услуги лучше или нет. Услуги везде одинаковые, они везде 5-звездочные. На ваших экранах сейчас центральная вилла, она называется «Совой». Здесь 5 этажей, 35 номеров различной категоризации. В основном это номера «Делюкс» с балконом, «Супериор» с балконом, «Делюкс», «Супериор», но также два самых фешенебельных апартамента президентских, которые у нас есть. Эта вилла напрямую соединена с бальным центром лифтом, и также здесь находится и ресепшн главный, и лобби-бар, и два главных ресторана. Следующая вилла «Артемис». Здесь всего 3 этажа, 6 номеров. Эта вилла уникальна тем, что вот у нее такой частный концепт. Здесь даже есть своя частная стоянка. У нас достаточно большое количество случаев, когда клиенты выкупают всю эту виллу, потому что, как я упомянула, всего 6 номеров, из которых 4 апартамента с кухней. Когда к нам приезжают отдыхать большими семьями, часто это клиенты русскоязычные или арабскоязычные, очень многие у нас выкупают полностью эту виллу. Вилла напрямую соединена с медицинским центром небольшой лестницы, то есть там непосредственно вы спускаетесь и поднимаетесь в медицинский центр. Следующая вилла «Клеопатра», она знаменита... Коллеги, приносим свои извинения за небольшую техническую задержку. Итак, вилла «Клеопатра» знаменита прежде всего тем, что от нее, из окон этой виллы открывается уникальный вид на русскую православную церковь. Номера очень большие, с большими окнами, с большими потолками.
И хотелось бы подчеркнуть, что все услуги в номерах, они одинаковые. Номера отличаются только по квадратным метрам. Самый маленький наш номер – это примерно 20 квадратных метров, и самый большой – это президентский апартамент, там уже квадратура свыше 80 метров. Поэтому в Вилле Клеопатра у нас различные категории номеров, от стандартной категории, очень много супериоров, делаксов с балконами и так далее. Эта вилла единственная имеет переход в медицинский центр, небольшой переход, но тем не менее он присутствует. Все остальные виллы напрямую соединены или лестницами, или лифтами. Вилла Карлтон, она располагается в конце нашего комплекса, очень ее любят гости за такую своеобразную приватность, потому что там вообще нет никакого шума, потому что она вообще никаким образом не соприкасается, как говорится, с внешним миром, если так можно сказать, поэтому очень любима нашими гостями. Также эта вилла напрямую соединена с медицинским центром, вот гости, которые там живут, они просто сразу переходят непосредственно потом в медицинский центр. 4 этажа, 24 номера, несколько этажей джуниор-сьютов и сьютов. Номера недавно были все отреставрированы, поэтому... Здесь есть номера на любой вкус, а сам, на самом верху находится центр тайского массажа, который также очень любим и хвален нашими гостями. Вилла «Русалка» – очень популярная вилла, потому что здесь находятся номера самых низких категорий, это стандарт и стандарт с балконом, поэтому это номера относительно невысокой цены, но при этом они также находятся в нашем замечательном комплексе. Вилла напрямую соединена с медицинским центром, вилла напрямую соединена с этой замечательной летней террасой, которая сейчас находится на ваших экранах. Поэтому гости часто предпочитают эту виллу, она очень удобна и действительно дает определенный комфорт. Я уже упомянула о том, что у нас 114 номеров различной категории. Я хотела бы вам сейчас непосредственно представить каждую из этих категорий. Я упомянула о том, что самая низкая квадратура в номере стандарт. Здесь 20 или 25 метров. Номера все могут быть немножко разные, потому что у нас исторические здания. Мы очень бережно реконструировали наши номера, поэтому мы никаким образом не стандартизировали каждый номер, потому что он каждый уникален. Где-то есть свой уникальный вид, где-то есть замечательный маленький балкончик, где-то здесь есть своеобразный эркер. Это все дает определенную историческую замечательную атмосферу, потому что наш отель, он находится даже под охраной комитета по охране памятников архитектуры, потому что мы действительно представляем собой определенное культурное наследие. Так что, как вы знаете, безусловно, Карло Вары недавно вошли в список ЮНЕСКО, поэтому мы рады быть частью этого замечательного списка. Итак, номер категории «Стандарт». Всего 18 таких номеров. Большинство из них расположены в вилле «Русалка», но также есть вилла «Карлтон» и вилла «Клеопатра». Там есть все необходимое. Как я уже говорила, разница между номерами только в квадратуре. Халат, тапочки, мини-бар, фен, косметика, весы, вот это все. Все одинаковое, все это есть в каждом номере, есть это и в номере категории «Стандарт». Стандарт с балконом – это номер немножечко повыше квадратуры, и самое главное, в каждом таком номере есть балкон, что, безусловно, очень важно, для курильщиков, есть и такие у нас, как вы знаете, что курить в отеле, в европейских отелях запрещено, в барах и ресторанах также запрещено, можно курить только на улице, поэтому для таких людей балкон – это выход. Ну, плюс, конечно же, балкон, наверное, предпочитают все, кто хотят побольше находиться на свежем воздухе, поэтому есть и такой номер в нашем списке. Rooftop View – относительно недавний номер, он находится на крыше главного здания собой. У нас всего один единственный такой номер, 45 метров там квадратура, очень большая терраса у этого номера с замечательным видом на Русскую православную церковь, на Буковый лес. А терраса находится по всему периметру номера, поэтому она действительно большая, очень большая. Поэтому номер этот очень любим нашими гостями, он обладает своей собственной такой аурой своеобразной, потому что там такое, знаете, все уютное, скошенные потолки, такая атмосфера необычная, и, безусловно, она, этот номер любим прежде всего за эту шикарную, потрясающую своим видом террасу. Вот она сейчас на ваших экранах, эта замечательная терраса. А номер категории «Superior» 26-40 метров. Я уже говорила, что номера разные, поэтому есть номеры 26 метров, а есть и 40. Вот такая вот необычность, которую мы располагаем. 38 таких номеров, их больше всего в нашей гостинице. Максимальное размещение в данном номере 3 человека, то есть возможно поставить экстра бед. Есть у нас номера категории «Connect».
данный Superior. В основном эти номера располагаются в корпусе «Совой», «Клеопатра», «Карлтон» и «Артемис». Этих номеров нет в корпусе «Русалка». Superior с балконом – это такой же Superior, просто с наличием балконов в комнате. Для вашего примера ванная комната одного из наших номеров. Видите, что замечательные окна, замечательные виды. Сантехника везде одинаковая. Не нужно бояться того, что если вы покупаете номер стандарт, то у вас будет какой-то другая ванная комната, другая сантехника или мебель, чем в номере категории, например, Superior. Номер категории Deluxe, 18 таких номеров мы имеем, очень любим нашими гостями. Это уже средняя категория, то есть мы еще не перешли в раздел апартаментов, но тем не менее по цене это уже такая ограниченная категория. Очень удобные эти номера, они большие, они замечательно оборудованы, у них замечательные виды из окна. В основном такие номера у нас располагаются в корпусе собой, но есть и сеты номеров Connect, их тоже можно заказать, то есть номера, соединенные между собой дверью, очень любимы нашими гостями, у кого семьи, например, приезжают, и два человека живут в одном номере, два в другом, дети, например, няни и так далее, это очень удобная опция. Есть номера Deluxe с балконом, точно такой же Deluxe, но с балконом. Апартаменты. Апартаменты у нас располагаются в корпусе «Артемис», я уже говорила вам об этом. У нас 4 апартамента с кухней, они замечательные. Вы обратите внимание на эту позолоту, на сочетание цветов, на замечательный вид из окна на Русскую православную церковь. Вот так выглядит диван. Все наши апартаменты представляют собой гостиную и спальню. В гостиной можно расложить диван, и максимальное размещение в таком номере 2+2. То есть диван раскладывается. Сейчас мы будем проводить в ближайшее время обновление этих номеров. Мы будем менять мебель в гостиных, поэтому наших гостей ждет такой своеобразный сюрприз. Это кухня, она оборудована всем необходимым, там есть встроенная техника, поэтому те, кто предпочитает по каким-то причинам готовить сами, у нас есть и мамочки с детьми, которые приезжают, у нас есть и люди, которые по каким-то своим причинам предпочитают готовить себе самостоятельно. Пожалуйста, такой номер предоставляет такую возможность. Junior Suite, 5 таких номеров у нас есть, все они расположены в вилле Карлтон. Номера относительно недавно отреставрированы, они очень удобны и любимы нашими гостями. Номера представляют собой гостиную и спальню, вы видите на ваших экранах, между ними есть дверь. 2 санузла в таких номерах, и диван также раскладывается. Максимальное размещение 2+2. Семейный сьют, большой номер, действительно большой, его квадратура доходит до 85 квадратных метров, есть номера и с балконами, и без балконов, всего 3 номера данной категории, все они расположены в корпусе Карлтон. Отличительная черта данного номера, что дети в данной категории номеров обслуживаются и проживают бесплатно. То есть если родители заказали проживание в номере, например, завтраком, дети получают такое же проживание с завтраком, но бесплатно. Родители сказали полный пансион, дети также получают полный пансион, но бесплатно. Такой своеобразный промоушен, поэтому всем рекомендуем им воспользоваться, это действительно выгодная опция. Балкон этого номера. В этом номере у нас есть и гостиная, и спальня, и 2 больших санузла. Это отдельные, действительно, там есть и ванная, и есть там обязательно биде, и есть окна в этих ваннах. Они действительно большой, уютный, комфортный номер, который идеально подходит для длительного проживания. Вид на наш внутренний дворик. Президентский сьют, 2 номера подобных мы имеем. Замечательные номера. Действительно, вы видите сейчас на ваших экранах террасу одного из президентских апартаментов. Она огромная. Ее площадь доходит до 50 квадратных метров. Она действительно позволяет даже проводить частные ужины, например. У нас люди заказывали и музыкальное сопровождение для таких ужинов. Некоторые имели такой небольшой даже свой частный коктейль, проводили там вечеринку. Поэтому номер потрясает своим великолепием. Обратите внимание, пожалуйста, на эту замечательную ванную спальню. Посмотрите, какая позолота. На всех потолках историческая лепнина, которую мы бережно реконструировали. Номера этой категории оборудованы даже специальными
специальным набором бокалов и посуды от всемирно известной компании чешского стекла Мозер. Вы непременно знаете эту компанию, поэтому вот они с нами сотрудничают, потому что мы считаем, что этот бренд олицетворяет также роскошь, красоту и комфорт. Гостиная одного из президентских апартаментов. Также там есть и гостиная, и спальня. Что касается санузла, он сейчас на ваших экранах, то там есть и ванная, и душевая кабина, и, разумеется, биде. Вообще, что касается номеров с ваннами или с душами, это все под запрос. То есть есть у нас номера и такие, и такие. На любой вкус, на любой выбор, пожалуйста, обращайтесь в отдел бронирования. И всегда, когда вы общаетесь с коллегами, уточняйте, что мой клиент хочет номер с ванной. Пожалуйста, мы подберем номер с ванной. Кто-то хочет с душем, нет никаких проблем, можем подобрать номер с душем. У нас в этом отношении номерной фонд позволяет найти действительно, что называется, продукт на любой вкус. Еще раз вид на террасу президентского апартамента. Объединенные номера. Я уже упоминала, что объединенные номера, они у нас есть в категории и Superior, и Deluxe. Есть возможность объединить сьют, например, со стандартом. Есть возможность соединить президентский апартамент с номером Deluxe. То есть различные опции, различные варианты. Мы готовы всегда пойти навстречу и подобрать то, что подходит, например, на вашему клиенту. Еще раз вид на номер Deluxe объединенный. Рестораны. Конечно, очень большую часть времени гости проводят за питанием, потому что в основном те, кто приезжает лечиться, они питаются 3 раза в день. У нас доступны также услуги диетолога, который всегда поможет составить меню отдельно, если нужно, если это соответствует рекомендациям врача. Диетолог также следит за тем, чтобы продукты были определенного у нас все-таки приготовления, потому что у нас в отеле концепция здорового питания, мы стараемся поддерживать эту концепцию, мы стараемся готовить максимально здорово, чтобы не было никаких различных последствий для наших гостей. Кухня у нас очень хорошая, очень свежая, очень много свежих продуктов. Мы стараемся вот в этом концепте развиваться, чтобы были свежие продукты, вкусно приготовленные, но при этом не жирные, избегаем вот этого всего лишнего, что у нас есть. Однако выбор у нас очень большой. У нас есть и своя собственная пекарня, на которую клиенты, которые худеют, очень жалуются, что очень сложно им, конечно, держать себя в руках, когда вкусный ароматный хлеб, горячий по утрам или выпечка домашняя, это все, конечно, очень соблазняет, но тем не менее, как бы у людей есть разные причины для приезда. Кто-то проживает без лечения и просто хочет вкусно питаться, кто-то, наоборот, старается подправить свое здоровье, для них есть диетический стол, услуги диетолога. То есть в этом отношении питание у нас на самом высоком уровне. Вы можете сами посмотреть отзывы на наши замечательные завтраки, которые у нас есть, которые мы считаем, что у нас действительно лучше в городе. Поэтому непременно здесь каждый найдет что-то свое. И люди, которые приезжают на длительное питание, у нас на длительное проживание, у нас меню постоянно обновляется. И наш замечательный главный врач, доктор Шпишек, он очень тесно работает в кооперации с нашим шеф-поваром. Они стараются всегда меню а. обновлять, чтобы не было повторений, и б. чтобы это меню было не только, даже если оно диетическое, оно должно быть вкусным. Поэтому вот этому мы уделяем отдельное питание. Что касается вместимости ресторана, то это 140 посадочных мест. И с учетом того, что у нас завтрак, например, проходит с 7 до 11, у нас никогда не бывает моментов того, что люди как-то толпятся, у кого-то нет места. Они все максимально комфортно себя чувствуют, все успевают поесть, уйти, прийти и так далее. Другой ресторан, который у нас есть, это ресторан «Совой Роял». Здесь уже выбор блюд по меню и за дополнительную плату для людей, которые хотят просто побаловать себя каким-то блюдом от шеф-повара отдельно, каким-то отдельным меню, они предпочитают этот ресторан, иногда его посетить. Вообще ресторан располагает 3 отдельными частными люксовыми салонами, и часто наши гости предпочитают в этом ресторане отпраздновать какое-то свое событие, провести там отдельно время. Это очень удобно. Бар «Королевский клуб», он действительно королевский, выглядит по-королевски. Пожалуйста, обратите внимание на это замечательное сочетание цветов. Это дерево потрясающее, это лепнина на потолке. По вечерам у нас проходят всегда фортепианные концерты. Гости здесь предпочитают посидеть за бокалом вина, может быть, отведать какое-то наше здоровое смузи, которое мы предлагаем, несколько видов различных, над которыми всегда наш шеф-повар отдельно работает. Винная карта очень большая, все международные вина, которые
которые самые лучшие у нас имеются в наличии. Поэтому это любимое место нашими гостями, потому что здесь очень уютно, здесь очень красиво, ну и, конечно, вкусно. Для тех, кто не успел по каким-то причинам на обед, например, прийти, то в баре тоже есть свое собственное меню питания. Так, медицинский спа-центр. Более подробно об этом расскажет доктор Шпишек. Я предоставлю только какую-то общую информацию. Как я уже сказала, медицинский центр у нас более 3000 квадратных метров площадью. Здесь более 400 процедур у нас есть, более 300 лабораторных исследований. Мы специализируемся на заболеваниях сахарного диабета, опорно-двигательного аппарата, синдрома хронической усталости и стресса, заболевания желудочно-кишечного тракта, метаболические и цивилизационные заболевания, заболевания системы кровообращения, дыхательная система, проблемы избыточного веса у нас очень успешно лечится. У нас есть специальные отдельные пакеты, направленные на эту часть. Лечение различных мужских и женских заболеваний, реабилитационно-восстановительное лечение после операции. Как известно, у нас есть свой знаменитый центр физиотерапии. Главный врач на ваших экранах, и совсем скоро я передам ему слово. А как проходит вообще концепт у нас лечения? Приезжает гость. Он, даже если он приезжает, вообще медицинский центр у нас открыт 7 дней в неделю. Мы не закрыты ни в субботу, ни в воскресенье, ни по праздникам. То есть если ваш клиент приезжает в пятницу, он начинает, придет к врачу или в субботу и начинает сразу уже лечение. Он не теряет эти свои драгоценные 2 дня, потому что некоторые приезжают, например, всего только на 10 дней. Если 2 дня из них выпадают в выходные, то все, человек уже лечится всего 8 дней, что, конечно же, мало. Поэтому в нашем медицинском центре такой проблемы не существует. У нас врачи принимают и в субботу, и в воскресенье, и по праздникам, и доктор Шпишек сколько раз принимает, и по вечерам, и так далее. Поэтому мы в этом отношении очень открыты и клиентоориентированы. Основные курортные пакеты – это у нас комплексное санаторно-курортное лечение, где мы предлагаем, подчеркиваю, 21 процедуру в неделю. Это больше всего в Карловых Варах, больше никто не предлагает. И другая, более облегченная программа «Релакс» – это получается, что 1 процедура в день. Так что у нас есть на выбор любые пакеты, у нас есть и лечебные пакеты. Также я бы хотела сказать о том, что медицинская сестра в нашем центре работает 24 часа в сутки. Что касается более предметного лечения и как мы подходим к лечению, что мы лечим и какие новые пакеты у нас сейчас существуют, вам расскажет доктор Шпишек. Я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, еще раз повторяю, если есть вопросы, пишите их в комментариях, мы вам непременно ответим. Я передаю слово нашему замечательному врачу, доктору Шпишеку, и прощаюсь с вами. Надеюсь, до скорых встреч. Остаюсь на связи. Хорошего дня. Уважаемые дамы и господа, я буду говорить медленнее, потому что мой русский язык не такой, чтобы я так говорил быстро, но ничего. Если будут какие-нибудь вопросы, очень рад вам буду на них отвечать. Как уже было сказано, наш медицинский центр, это такая основная часть санатория, с тем, что мы обеспечиваем полностью лечение пациента. Вы слышали, что у нас очень хорошие условия, что касается переночевания, то значит комнаты на очень высоком уровне, рестораны очень высокие, но люди сюда к нам приезжают прежде всего лечиться. С тем, что, как уже было сказано, наша главная такая специализация и заболевание с метаболическим, то значит сахарный диабет, ожирение тоже, и повышенный холестерин, повышенная мочевая кислота. Но лечим само собой тоже и заболевания гастроэнтерологические, например, в том смысле заболевания печени, состояние после гепатита, состояние после заболевания жировой гепатопатии, то значит ожирение печени, и все проблемы, которые связаны тоже и с кишечником. Главное то, что мы всегда после первого осмотра пациента ему, мы шьем ему прямо лечение
так, чтобы это было для него. Прямо это значит tailor-made по-английски. Это значит, что каждый имеет то, что ему обязательно надо. Номер, процедур уже было сказано, 21 процедур в неделю, значит 3 процедуры обязательно в день. Последнее, чем мы сейчас занимаемся, это есть, не последнее, но просто мы занимаемся и лечением опорно-двигательного аппарата. Это значит лечением, например, здесь видите, что я пациенту поправлял шейный позвоночник, значит, проблемы, которые очень часто бывают у людей, которые имеют сидящую работу. Это есть то, что нас просто, как видите здесь, например, я с пациентом делаю специальное движение, которое ему должно помогать в этих проблемах. Мы используем целый наш комплекс, тоже уже было сказано, значит, есть люди, которые, например, одна в паре один лечится, а другой пациент потом, или клиент принимает потом wellness процедуры, и эти возможности можно у нас, приобрести. В это время, вы знаете, что мы живем во время ковида, и знаем уже также то, что тот ковид не кончает только заболеванием, таким инфекционным заболеванием в течение сколько дней, что это заболевание продолжается дальше. Значит, возникают потом хронические проблемы, возникают проблемы не только с опорно-двигательного аппарата, но возникают и проблемы с, например, мышечной системой, неврологические проблемы и гастроэнтерологические проблемы, нарушение кишечника. И, значит, потому мы просто сейчас продумали и тоже так и работаем, принимаем пациентов с пакетом «Жизнь после ковида», когда мы на все это ориентируемся. Мы уже сейчас знаем, что примерно 50% людей после ковида имеют какие-нибудь проблемы. Это значит, что если у вас будут такие пациенты, у которых они прошли этим заболеванием, а будут у них проблемы, которые касаются усталости, например, головной боли, или те проблемы, о которых я уже говорил, кардиологические, мышечные, легочные, пожалуйста, можно и к нам посылать, потому что мы этим занимаемся и знаем, что уже сейчас можем сказать после нашего опыта, что состояние пациентов здесь значительно улучшается. К этому тоже и намерен пакет здоровья легкие, потому что вы знаете, что COVID связан с заболеванием легких. Опять здесь мы, что мы даем пациенту? Во-первых, мы сделаем спирометрию, посмотрим, где нарушена деятельность легких или функция легких. И на основе того потом мы уже с пациенту выпишем, во-первых, дыхательную гимнастику, во-вторых, ингаляции, во-третьих, оксигенотерапию, кислородную терапию тоже. Мы с пациентом тоже делаем специальные движения, которые ему помогают для того, чтобы опять обновил функцию мышечной системы. Значит, больше всего с этим пациентом занимаются, во-первых, наши врачи, физиотерапевты, люди, которые именно специализированы на это заболевание. И правда та, что на основе этого мы эту программу передали и другим санаториям в Českej republice. И в этом году эта программа получила первый приз, первую цену в европейских курортах. Программа, которая показывает, как можно быстрее уйти с этого заболевания, как можно быстрее потом восстановиться и пойти опять на работу. Имеем специальный пакет для укрепления иммунитета, потому что вы сами знаете,
что иммунитет играет очень большую роль, в заболеваниях, не только COVID, но и онкологических заболеваниях. Значит, эта программа специально укрепляет здоровье нашими процедурами, водолечением, двигательной терапией. И она, как бы можно сказать, есть превенцией того, что в будущем не пошло к таким проблемам. Я вам хочу только показать еще следующие возможности лечения. Это значит, соляная пещера тоже именно при этих проблемах повышения иммунитета и лечения после ковида имеет очень большую роль. Это у нас это новая процедура, которую мы открыли только 1,5 года назад и имеет очень большой спрос прямо при этих проблемах. Ну и здесь видите бассейн, о котором тоже мы уже говорили. Бассейн, который является самым большим в Карлových Варах. И мы сюда не впускаем людей из улицы. Мы у нас просто лечим здесь или пускаем только пациентов, которые живут у нас. Значит, это очень важно. Я вам хотел показать, потому что это часто бывает такой вопрос, что входит в стоимость лечения. Потому что в комплексное лечение входит целый ряд процедур, которые выписывают наши врачи. Это есть как рефлекторный массаж, который проводит физиотерапевт, так классический массаж по зонам, это массажисты с этим занимаются, и так массажи стоп-ног тоже. Разные релаксационные и спортивные массажи, в том числе ароматические массажи. Минеральная ванна, как и углекислая и жемчужная ванна, эти все ванны имеют минеральную воду, которая к нам приведена специальным проводом. Значит, мы используем ту воду, которая выходит с глубины 2 км. Эта вода употребляется само собой для питьевого курса. Значит, люди пьют эту минеральную воду перед завтраком, перед обедом, перед ужином по назначению врача. И тоже мы используем эту воду тоже для ванн. Часто есть вопрос такой, чему помогает, почему эта вода именно этот питьевой курс. Питьевой курс понижает сахар именно тем, что улучшается резистенция на инсулин, на свой инсулин, который вырабатывает организм, улучшается работа поджелудочной железы, потому у нас лечатся пациенты с сахарным диабетом. Потом улучшается и работа желудочно-кишечной системы, не только в том смысле, что, например, люди так, чтобы вы думали, что пациенты после того, когда пьют воду, получают понос, так это неправда. Есть некоторые источники, которые влияют на запоры, значит, помогают в работе кишечника. Но есть у нас и наоборот горячий источник, 72 градусов, это такой самый главный, который выходит с глубины 2 км, который наоборот крепит. Например, сейчас могу сказать, у меня есть одна пациентка из Соединенных Штатов, которая приехала с заболеванием Крона, морбус Крон. Это болезнь очень тяжелая, которая, можно знаете, проявляется тем, что у человека есть очень часто понос, боли кишечника, боли желудка. И именно так интересно то, что супруг врач, он со мной соединился и послал свою супругу на лечение, потому что уже не было возможно ей помочь ни биологическим лечением, само собой лечением на высоком уровне, ей это не помогало. Имела и 20 раз должна пойти в туалет в день. Ну а видите, здесь уже сейчас она у нас уже 3 недели, а стул нормализируется. Сегодня, например, я с ней говорил, а она очень благодарна за то, что приехала, уже планирует, что приедет опять обратно, потому что она говорит, что только после лечения, которое здесь она сейчас проходит, будет возможно ей опять работать. Она работает психологом в тюрьме. А не могла работать в связи с тем, что у него были эти проблемы с кишечником. Значит,
Видишь, что это есть такая основа. Потом у нас допадаем разные другие процедуры. Подводные массажи, водные терапии, значит, гимнастику индивидуальную в группе, оксигенотерапию, ингаляцию кислорода. И тоже и сухие облеки сливаны у тех людей, которые не могут купаться, или у них такая проблема. Ну и термотерапия тоже есть включена в курортное лечение, то значит торфяные обвертывания, парафанго, парафина руки и так дальше. Имеем целый ряд электротерапевтических процедур, это значит и магнитотерапию, детоки, ультразвук, ударного. Но эти процедуры именно хорошие для опорно-двигательного аппарата, именно для проблем, которые касаются, например, дегенеративных изменений на суставах. Самой отдельной группой есть физиотерапия, а плюс занятия в группе индивидуально, некие техники, как вы видели на прошлом слайде, газы, уколы, ингаляции и так дальше. Специально у нас подаем еще одну процедуру, это вытяжка в воде. У нас в бассейне, который я вам показывал, здесь еще один раз возвращаю. Здесь рядом с бассейном есть маленький бассейн, в котором есть глубина больше чем 2 метра специально. Вытягиваем позвоночник. Эта методика известная в мире, и этим мы помогаем тому, чтобы люди улучшили работу шейного позвонка, значит, этих проблем, головные боли и все остальное. Мы пациенту, когда его обследуем, всегда потом или смотрим его обследование, которое он принес из дома, или мы ему можем здесь это обеспечить. Значит, очень большой лаборатории, как биохимический, так гематологический, бактериологический. Определяем паразитологию, делаем бактериологию, вирологию и так дальше. И все вопросы, которые касаются, например, ковида и после ковида, значит, определение антител, например, определение и иммунитета как такового, и вирусов, все это можем здесь у нас обеспечить. Значит, все анализы крови, мочи здесь прямо делаем. Я вам хочу сказать то, что, видите, все это проходит в таком очень прекрасном, очень такой прекрасной природе, с тем, что и сейчас начинает уже зима, люди часто спрашивают, если зимой здесь не бывает много снега, или так. Нет, наша зима в Карлových Варах очень мягкая, приятная, но наоборот, те люди, которые хотят, например, использовать здесь спусками на лыжах или беговыми лыжами, так недалеко от нас есть здесь лыжный курорт, это примерно 20-25 километров на границе с Германией, в котором тоже можно эвентуально и зимой потом использовать и бегать на лыжах и так дальше, спускаться на лыжах. Я хотел сказать еще одно, что очень важно, что мы имеем очень близкое сотрудничество с медицинским факультетом Университета Карлова в Праге. Я лично преподаваю, и тоже у нас есть, мы учим и этих новых молодых физиотерапевтов к нам приезжают, а мы как аккредитованные, как уже было сказано, аккредитованные это медицинское учреждение, заботимся о том, чтобы люди получали новые интересные просто знания в курортологии. Потом мы работаем вместе тоже с испытателем институтом бальнеологическим, который в Карлових Варах, который объективизирует лечение в Карлових Варах общем. И одна база, такая главная база, есть тоже у нас здесь в санатории Савойфестен.
Но могу сказать еще одно, что если надо, например, обеспечить обследование или специальное лечение, например, хирургическое лечение в Германии, как у нас мы очень тесно сотрудничаем с университетом в Регенсбурге, это в Баварии, и с университетом в Мюнхене. В Баварии именно, потому что Бавария очень на высоком уровне, как все знаете, в Германии, так потом, потому мы выбрали в сотрудничестве эти два университета. Университет в Регенсбурге, там именно занимаемся ортопедическими проблемами, посылаем пациентов на ортопедические консультации, операции и так дальше. Гинекологические проблемы, онкологические тоже проблемы, гематологические проблемы. Университет в Регенсбурге один из самых старинных университетов, который могу сказать, что очень на высоком уровне. Именно в Мюнхен опять посылаем пациентов с кардиологическими проблемами, потому что там кардиология, именно Herzzentrum на очень высоком уровне. И я там тоже работаю время от времени в этом кардиологическом центре. Значит, там можно потом сделать и коронарографии, если надо, и другие просто специальные методики. Значит, я вам хочу сказать одно, что если бы у вас были в будущем какие-нибудь вопросы, если будут пациенты, которые бы хотели приехать, значит, самое лучшее обращаться прямо на меня. Я очень быстро вам напишу, какое лечение я вам рекомендую, какое лечение можно предложить тем пациентам. И на основе того потом вы можете уже делать заказ, если клиент хочет президентский апартамент или двухместную комнату. Потому что именно цена отличается не от лечения, потому что лечение все получают одинаковое, но цена отличается от переживания, то значит именно от того, в каких условиях пациент живет. Там само собой самые дорогие президентские апартаменты. Значит, не стесняйтесь мне написать, наши контакты им можно имеете. Здесь есть контакты как на нашего генерального директора, на госпожу Карпову, которая передо мной говорила. Ну и так можете обращаться и на меня. Мой имейл здесь не написан, но это medical.director и тоже southwestern и так дальше. Потому что я работаю в должности лечебного директора. Значит, можно контакт, я вам здесь еще один раз скажу, medical.director@southwestern.cz. Значит, medical.director@southwestern.cz. Это и на наших страницах, которые здесь видите, там тоже на меня есть контакт и мобильный телефон, можно через WhatsApp со мной соединиться, можно по e-mailу, так как вам удобно. Еще можно одному я бы хотел вам сказать, часто бывают вопросы, есть как дети лечить, возможно лечить у нас или как закрытыми для детей, никакого случая. Мы принимаем пациентов, детских пациентов, есть у нас детский врач тоже, который с нами работает, который у нас работает. Это детский врач, который именно специализируется на лечение с пациентов детских. С какими заболеваниями? Прежде всего это сахарный диабет первого типа. Это у тех детей, которые колит инсулин уже с детства. Дальше потом, например, два детей, у которых имеют проблемы с пищеварительной системой, то значит проблемы с желудком, кишечником, так как я о них тоже говорил, и пациенты, например, детские пациенты с ожирением. Это сейчас такая, можно сказать, эпидемия, что очень много
детей имеют повышенный вес, потому что меньше двигаются и не занимаются никаким движением, спортом и так дальше. К нам потому приезжают с тем, чтобы было возможно понизить потом вес и дальше наладить их дальше следующую жизнь, включая диету, движение и все остальное. Опять могу сказать, что у нас этим есть очень хороший опыт и занимаемся прямо лечением тоже детей. Дети могут приезжать с родителями, потому что это самое лучшее, когда родитель помогает и смотрит за своим ребенком. И с тем, что потом мы можем делать так, что ребенок получает процедуры, и когда получает взрослые процедуры, так можем здесь обеспечить, и бейбиситтинг можем обеспечить, и осмотр ребенка нашими медсестрами, нашими рабочими. Так это есть такая специальная группа пациентов, значит, детских пациентов, которых мы тоже здесь у нас лечим, которых мы у нас тоже принимаем. Я попробую здесь вам написать, так смотрю, мой email адрес. Я бы очень хотел знать, если есть какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, мне сейчас, у нас еще осталось чуть-чуть времени, спрашивать на то, чтобы вас интересовало. Это мой email адрес. Да, medical director, самодиспенсер. Значит, готов всегда вам ответить. Так, есть вопросы еще, пожалуйста, другие, хотели бы еще что-нибудь поподробнее знать. Пока никаких других вопросов нет. Если нет других вопросов, так я думаю, что можно с вами попрощаться. Да, пожалуйста, можно писать по-русски, пожалуйста. Без проблем. Буду отвечать тоже на русском языке. Еще иногда бывает вопрос, если надо, чтобы пациенты, клиенты имели какую-нибудь медицинскую справку с дома. Скажу вам так, что когда человек приедет с медицинской справкой, всегда это лучше, потому что мы уже знаем, что у него какие проблемы, что было сделано. Но если он не имеет медицинскую справку, ничего не случилось, мы, само собой, его здесь будем обследовать, здесь посмотрим, здесь все сделаем. И в конце лечения каждый пациент опять у нас получает медицинскую справку именно на русском языке. Значит, на русском языке получит потом все анализы, которые здесь были сделаны, получает потом и рекомендации, чем дальше надо заниматься. А одно вам в конце еще хочу сказать, что мы отличаемся от других тоже тем, что мы с пациентом в контакте в будущем, значит, нам пишут пациенты, мы советуем, что как дальше делать. Иногда и посылаем лекарства, если надо, если не могут обеспечить себе дома. Значит, и такие службы мы для пациентов обеспечим. Так, я думаю, что все, я вам уже сказал. Желаю еще раз хороший день или хороший вечер, у кого есть уже вечер. Желаю всего хорошего. Желаю, чтобы вы не болели и чтобы COVID возле вас прошел без проблем и чтобы все было так, как вы хотите. Много здоровья вам желаю еще один раз. И до скорой встречи. Всего хорошего. До свидания.